Шон, давай, передавай привет. Маме. Серега, привет, передавай. Ты видео снимаешь? Да. Всем привет. Перми, привет. Перми, пока. Перми, пока. Да, в воскресенье встретимся. Да, телефоны все выкинули в чужую. Нету связи, телефоны все. Не передавай привет. Кому передашь? Путину давай. Куда? В общественный. Так, кто куда выходит? Мы приехали, сначала девочки. Нет! Лера, иди беги с девочками. Лера! Писи. Писи. Какать. Что хочешь? Вообще ничего не хочешь? Все рассосались. Ну просто иди прогуляйся, здесь мальчики одни остаются в машине, заметь. Да. Дети, у вас есть возможность отдохнуть? 5 секунд на улице, подышать. Человек выжил. Понимаете, вот люди здесь. Давай, Серега, бери его вот сюда. Это что? Паша, держи. Это картошка, если мы без картошки останемся, мы останемся почти без членов. Ну что, кто капитан? Вот это что? И все еще знаешь, что капитан. На. А можно садиться, дядя Сережа? Серега! Никто не садится. На. Ой, у нас денег падает, да. Так подождите там! Можно мою, пожалуйста? Так положь, чтобы они не утонули. Мне лучше сюда. Мама, лучше я туда положу. Давай, гребем все, гребем. Паша, привет. Где столько зеленых камней? Офигеть! С моей стороны. Проплываем столбы. Сейчас медленный поворот. Давай, гребем. Рулим. Правый давай. Левый пока не можешь. Во-во-во, нормально. Давай здесь скинем это. Вот столбы-то настоящие. Выйди вот сюда. О, выйди. Самое болото, да? Здесь нет. Ты думаешь, рыба есть, что? Конечно. Она на чистой воде. Грязь. Не торопитесь, цельтесь! Ты на него кидаешь. Приз, ой, мама мия, какой приз, да. Так, раз, и туда кидаешь. Правую руку кидай. Не торопитесь. Куда ты кидаешь-то, Лев? Еще раз, два раза. Руку-то замахни. Ничего, пускай. Вот если никто не попадет. Вот так. Если кто попадает в сапку, двойной приз, кто в сапку попадет. Кожаный шлем дает свой приз. Или Паша сядь. Я шапку брала. Давай. Нет. Вот сюда у нас бросать. Вот сюда. Ты командир тут у нас, да? Да. Давай бросайте. Этот картомагаз, они еще его и приколотили. Я так понимаю. Нет. Мы можем показать, что он это самое. Что он не приколочен, он все как бы... Я Саян. Гостей! Физкульт! Ура!
Амайне Сергей Левниченко, физкульт! Ура! Привет! 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 Так, капитаны! Капитаны, хорошо! Мы выиграли! Молодцы! Да, я понял! Все хорошо! Ворота, ворота! Лера, Люба! Защитная ворота! Ну что вы по кустам-то играете? Так, Лёха! Амкан, вперёд, Амкан! А чё не нападать? Чё стоите? Надо нападать! Надо нападать! Надо нападать! Защищайте ворота! Ой, не могу! Есть спонтак! Штанга! Штанга! От ворот! Начинаем теперь мы! Давайте! Амкан! Так, хорошо, нет, в команде не должно быть так, вы должны все вместе друг друга поддерживать. Нападать, это самое, нападать! Друг другу крепкие, давать это самое. Крепкие, помогите! Как первый, вы должны нападать. Я не сильный, я не могу все поддерживать. А что вы радуетесь? Вот сюда. Городок что? Что делаешь у меня? Хрю-хрю. Сейчас там, конечно, говорит. Я нахрендел. Вон прикол. Лера, ты не хочешь? Я даже какать. Ты думаешь, ты хочешь кофе? Серега, скажи, что за гора, как называется? Я у Леры спрошу, будет ли купаться или нет. В камеру. Большое бревно. Ну-ка давайте посмотрим. Свининый писк. Это свининый. Что это бревно? Это лес чистейшего. Вот оно. Большое бревно. Я хочу чая. От чаю я хочу чаю. Нет, надо у Миши с чаем. Большое бревно. Волосы в носу. Вот смотри, вот большое бревно, смотри, мы где. Лера, Мишан, смотри, тут, это то же самое? Мы видим, он глубоко, большой. Он острый, мы сегодня утром приехали прямо, даже не спали, часть утра встали. И до суда пришли. Суда большое у нас. Вы где сходите? В лесу? Смотри, Лиза, сейчас мы на это. Не надо туда лезть. Шляпа. Не надо туда лезть. Глубоко, да? Ой, Сережа, вот там 6 метров. Вон целая площадка, парковка для нас. Давай вот к тому ближе камню. Аккуратно. Ну дай камеру, я не могу. Вот он, ты как? Они с отменью. Впереди камеру. Прямо на нем. Ну, короче, вот делать эту маран, там будет на 4 метра. Снимай быстрее, Паша, вон уже. Прямо на спеса вчера рассказывали, изъял такого изъяла, да? Там их очень много. Я не буду вылазить. Там мужики не избалованы. Залезай! Порел. Сигарет вот таких там много. А? Там вода холодная. Мы уплываем. Не понял? Стойте, он заканчивается. Ребят, сюда. Кому? Сначала. А, вам вода? У нас вода нет. Блин, там дальше еще больше. Он ручей водопад. Мы набрали сюда. Чем дальше, тем больше. Паша, мы же сейчас вчера ночью привезли, мы там прособирались. Как бы не ложились, вот он ставил. Согласен, что он может. Он еще одна стоянка нас отгоняет. Согласен? Мы здесь на стоянке ставим. Стояночка хорошая, как раз как бы и глубоко, и порыбачить можно. Откуда вы знаете, что этот камень упал? А ты посмотри, он как раз вот оттуда. Вот ну он же не из реки вырос. А кстати, там эти все еще товарищи. Кто здесь? Ты ушел до дна креста? Нет. Здесь еще глубоко, кстати. Паша, ну давай, Чикина. Здесь я снял? Давай ныряй, я тебя засниму. Да нет, вот зачем? Тут говорят, вот сюда ныряй. Четыре мужики ныряют. А вот здесь вот, тут говорят, мужики до 15 заходить. Здесь камешки там чуть-чуть. А? Или вот отсюда ныряй, вот с этого точно глубина нормальная. Тут ты видишь, вон что-то торчит. А что ты хочешь? А, туда, вдаль. В
Давай. Фотография, как он сдвинулся. Давай, давай. Так я видео. Я видео снимаю. Давай, давай. Я видео. Давай. Давай, Чебаркуль, пошел. Во. Чебаркуль рулит. Давай к скале, вон. Давай. Туда, раз. А тут деньги не пишутся. Выложил нахуй на губальке, у нас 250 тысяч. Да. Дай за хлебом. Давай, Серега, ори что-нибудь там, эхо будет. Эхо. Давай. Ну, водку все равно так. Эхо будет, давай, кричи что-нибудь. Ебать, колоти! А вы что, как умудрились без хлеба там? Так, мы когда сюда ехали, решили купить мысу. Мы не успели, но про это, я думаю, не вспомнил уже, когда мы...